Китай заявил свое право, причем заявил не декларативно, а подтверждая и юридическим языком, языком международного права, языком современной дипломатии, мягкой силы в частности, свое право быть законодательным, политическим законодателем современного миропорядка. Что очень важно, он видит эту позицию не как позицию эгоцентрического центра. Сегодня он говорит о необходимости развивать партнерские отношения. И это действительно очень важно. Мы очень много уделяли внимания развитию стратегического партнерства Москвы и Брюсселя. Были очень важные документы, были приняты дорожные карты. Было решение Брюсселя о признании российской экономики рыночной. Но сегодня весь этот процесс заморожен. И вдруг появляется формула стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Пекина, формула, которая выходит далеко за рамки, повторяю, двухсторонних отношений. Сегодня, да, для Пекина главный партнер Соединенные Штаты Америки. Это видно даже по объему торговли. 532 миллиарда, итог 2014 года, и 88,4 миллиарда объем торговли с Россией. Для Китая Россия сегодня это девятый партнер, для нас Китай это первый партнер. И тем не менее, я не удивляюсь мудрости политического руководства Китайской Народной Республики, они полагают, что вот этот период движения китайского государства к государству сильного, он обязательно предполагает активное, многоформатное, разнообразное сотрудничество в области политики и экономики с Российской Федерацией. И меня просто настраивает на серьезный позитивный лад тот факт, что китайцы сегодня заключили более 100 соглашений с регионами Российской Федерации, в том числе и регионом Поволжья, регионы Янцзы. И в рамках, скажем, этого сотрудничества сегодня все громче и громче на улицах Казани, набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, где расположены экономические, нефтяные и нефтеперерабатывающие мощности Татарстана, звучит и китайская речь. Уже принято решение о строительстве целого квартала в центре города Казани. Сегодня решаются многие-многие вопросы, связанные с обучением, с предоставлением льгот и ставок для учебы китайских студентов и российских из Татарстана в Китае. Одним словом, после 8 мая мы имеем совершенно новый этап действительно стратегического разнообразного взаимодействия. И на этом направлении очень большую нагрузку призвана вести парламентская дипломатия России. Спасибо.